кировских автобусах появился Wi-Fi. Бесплатно пользоваться интернетом теперь можно во время поездок на трех городских маршрутах. Пилотный проект по запуску Wi-Fi в общественном транспорте реализуется пока только в автобусах, которые принадлежат АТП. Причем только в новых. В пазиках такая услуга недоступна. Как сообщил Олег Чичибабин, начальник отдела транспорта администрации города, подключиться к беспроводной сети можно на маршрутах номер 61, 23 и 53. Если эксперимент будет удачным, то в планах властей подключить к Wi-Fi и другие маршруты города. Какие именно, пока неизвестно.